ребят. Дорога асфальтированная прямо до сюда. Да. Какая природа, красота. Мне вот что надо. Чего тут будет? Ну да. Ну а мы приехали на место, которое называется Ганинская ферма. Сейчас пойдем узнавать, как заселяться, что как. И потом уже попозже все подробнее расскажем и покажем. Ну что, ребята, вот это я нашла, вот это я нашла. Конная школа тут имеется. С 2 лет. Смотри, какая-то что, вообще карета? Да, да, да. Посмотри, сколько тут территория какая, тут изгуляться можно. А, вот нам будет пройти. Так, куда идти? Сюда? Классно, слушай. Очень классно. Всем еще раз привет. Я молчу, потому что обычно я перебиваю. Я же закашляю. Давай, говори. В общем, уже по традиции нашего канала приглашаем вас с нами сегодня отпраздновать нашу годовщину свадьбы. Она, правда, у нас завтра, 25 августа, сегодня 24, но сегодня суббота, поэтому мы ее отметим сегодня. Мы приехали в глэмпинг, у нас там супер какая-то вип-палатка с ванной, с туалетом, да, вы все увидите. Ну, судя по территории, тут уже очень круто. Теперь нам надо ждать всех медленных людей, которые там все заполнят, и мы пойдем, нам покажут, куда нам идти, в общем. Так что оставайтесь с нами и подпишитесь на канал. Какой-нибудь делает, смотрите сейчас. И на телегу. А вот там лошадка. Прикольно. Тут здесь конный клуб. Мало ли подписчикам из Петербурга или Ленобласти будет интересно про это место. Тут есть школа конная, а еще тут есть просто какой-то, назовем его, скотный двор, где можно посмотреть животных и, по-моему, за 800 рублей 15 минут покататься на лошадке. Такая вот информация. Еще тут есть ресторан, но нам сказали, что сегодня он работать будет только, так сказать, на вынос, потому что там мероприятие будет. Но мы набрали свои еды, поэтому, скорее всего, ресторан может нам и не пригодится. Заезжаем на территорию. Заполнили договор. И сейчас поедем. А тут свадьба происходит, поэтому ресторан сегодня только типа на вынос. Но что-то я сомневаюсь, если они банкет обслуживают, то они вряд ли параллельно еще что-то будут готовить. Давайте пока посмотрим территорию, так сказать. Обзорная экскурсия. Чего там не разъедется? Там есть где-то. Да, что-то придумал. Территория огромная, конечно, вообще. Смотрите, как училка стоит. Привет! Вот так это все выглядит со стороны. Вот наша VIP-палатка. На наши горы вещей не обращайте внимания. Значит, шкафчик, столик, стульчик, кровать, свет тут есть. И фишка этой палатки. У нас есть огромная ванна, раковина, туалет. То есть со всеми VIP-удобствами, можно сказать так. Ну, в общем, прикольно, прикольно. Ладно, буду разбирать продукты. Подключимся позже. Тут всегда подходит вам покормить, как можно. Чем? Вот. Выдергиваешь стены и кормишь. Чуваки, которые шли со мной машину парковали, да? Они так сделали. На, попробуй. Это я думала, лука или огурец предложить. Огурец, наверное, можно. Привет, чувачок. Смотри, аккуратней. Нам травмы не нужны. И как ты это будешь делать? Вот все, что на тебя дремит. Ну ладно, парень, пока. Мы уходим. Не надо. Ты не знаешь, как гладить? Я хочу, тебя куснул конь. Это как это? Ребенок. Вот тут общая зона для костра. И большой общий мангал. Иван уже тут разжигает, кажется. Так, сколько у нас? 6 взрослых?
говорит, что была вода. Есть гриль, есть тандыр. Ваня, зачем лаваш вез, если тандыр есть? Испек бы. Ну, так вышло. Вот шашлычок положили. И перец, и картошка там еще в фольге запекается. Расскажи, что мы тут рецепты делаем. Ну, какие-то рецепты делаем, я не знаю, что за рецепты. Ну, шашлык у нас замаринован в кефире. Чуть-чуть растительного масла, перец и лук. Это салатный микс. Сама еще такое не готовила, сейчас первый раз будем пробовать. А, туда будет входить помидор, красный лук, запеченный сыр адыгейский, политый приправой лимон, оливковое масло, сушеный чеснок и вот это. Орегано. Сейчас я чищу огурец, чтобы сделать соус сациби, или как он там называется, не помню. Сациби. Или сациби. Ну, короче, белый соус с свежим огурцом и йогуртом. И тоже чесноком. Все, пока. Боря, уже горит, Боря. Организовали себе место, чтобы сидеть отдельно. Интроверта, который снимает YouTube-канал. А теперь уже не только YouTube. Вот здесь можно вот на такой штуке покататься. Покайфовать. Кристина там делает салат. Сейчас посмотрим. Перец не выдержит нашего контроля. Расскажи, что ты делаешь. Режу запеченный перец, очищаю его от верхней кожурки. С семечками? Нет, ну стараюсь, нет, он горячий. Шашлык уже почти готов. Может, для сыра понадобится. Следующий этап. Сыр. Лавашек. Так, лимончик. Сыр уже, видите, пожарился. Там всякие травы. Травы какие-то там. Права всякие. И масло оливковое по акции. Обязательно по акции надо добавлять. Конечно, да? В рецепте там так и было? Конечно, иначе не вкусно будет. Ну все, мы все приготовили, все, что собирались. Аджика крымская. Аджика крымская. Родители привезли. Вино тоже крымское. Знаете, смотрите, это тут картошечка запеченная, шашлычок, лавашек горяченький. Соус под картошечку. Ой, сейчас будет просто бомба. Знаете, тарелочку. Вы уже, наверное, многократно наблюдали, как мы очень красиво готовим. Вообще вот, вкусно. Вот сейчас мы специально красиво сняли, для того, чтобы не показывать, что будет, когда мы его перемешаем. Но мы не были бы мы, если бы не показали, что будет, когда мы его перемешаем. В смысле? Зачем? Надо ставить в память его красивым и молодым. Дело вообще не в красоте. Если он вкусный, то вкусный, как говорит шеф Ивлев, да? Когда вкусно. Да. Давай, меси. Ну, кстати, люди уже видели, что мы были в ресторане этого повара. Победителя адского. Юника. Ну, слушай, все равно. Стена, это вот стопудово ботва от свеклы ведь. Ну, слушай, красиво все равно выглядит. Выглядит, да, на вкус посмотрим. Ты что, сомневаешься? Да нет, стопудово вкусно. Давай, пробуй первое. Пробуй. Начнем с салатика. Ну, что за нафиг? Другие люди переснимают, а мы нет. Потому что мы показываем, как оно в жизни вообще происходит. Ну, соус, ну, заправка. Вкусно. По сути, это тот же, типа, весенний, или как он там, дачный салат, а-ля. Дачный? Угу. Что это дачный салат? Ну, так называют, бывает. Ну, давай попробуем другое уже, а. Мясо, в смысле? Да. Без аджики, теперь с аджикой. Хорошее мясо. Потом картошку пробую уже, я есть хочу. А картошку зачем пробовать-то? А ну и такой... Жилка же лаваш покупной попробуй. Мы уже показывали картошку с этим соусом? Соус нет, картошку-то все едят. Нет, ну это другое. Соус как? Она долго будет жевать. Сациви? Садзики. Садзики? Греческий, короче.
А почему он так по негречески называется? Слушай, а острый прям, он жига за остро. Да? Угу. Как у тети, как ее там, Любы, помнишь, мы брали? Баклажан, тещин язык. Итого, давайте. Новая рубрика. Проставляем оценки еде. Своей же? Ну да. Все, 5 из 5. Подожди, не все 5 из 5. Лямское мясо немножко мы пересушили. Мы были вынуждены, потому что дожаривали. Какое? Так, сколько мяса ставишь? Ну, сам маринад вкусный, мне нравится. Мы когда-то так делали, но забыли про это. Но самому мясу я бы поставила 3. Ни хрена себе, сразу с 5 до 3? Так, честно же сказал. Ну все, хорошо, ладно. Пересушили немного. Угу. Дальше, салатик. Вот такой. Салат классный, мне нравится, 5. А что это такие ровные оценки? Можно там 4,7, не знаю, 4,2? Ну хорошо, ладно. Картошка со дзыки. Это тоже отлично. Оценка. Отлично, это 5. А лаваш? Ну это 6. 6? Лаваш всегда вкусно. Ну в общем, мы поели, да. Было вкусно. Отлично. А сейчас какой статус? Статус, что стало холодно, но на самом деле, мне кажется, если выйти, будет теплее. Просто у нас тут тень такая. А ну да, там солнце светит. А еще мы уже включили обогреватель, уже я сижу, у меня уже прям насморк появился, я прям вся оделась такая. А у тебя куртки нет с собой? Есть. Я просто ее сначала одела, согрелась, потом разделась, потому что, ну, надо всегда оставлять что-то на прозапас на случай, когда будет холоднее. Ну, это такая технология, да? Да, я сейчас там, у меня тут майка, вот, толстовка, а еще есть футболка. А сейчас это что за элитное блюдо? Это Филли Бейкер. Это десертик. Десертик? У нас еще есть виноградик и мажу. Кстати, хотели бы порекомендовать вот это недорогое вино. Вы уже посмотрели в ложек из Новгорода. Мы на самом деле там случайным образом его купили. Да мы его пили в Крыму. Просто мы про него забыли. Оно прям вообще недорогое. Но при этом очень даже. Вот. От него неплохо и голова. Я как эксперт по винам могу заявить, что вполне себе. А стоит... Когда это вы стали экспертом по винам? Я просто вот хотела вопрос задать. Это прикол, я вообще не шарю. Но я разное попивал, скажем так. И да, и дорогой, и недорогой вариант. Это вполне себе пойдет, короче. Не, ну прям ложки оставляются, все есть. И самое главное, что? Похмелья нет. Вообще. Вот так. А там свадьба полным ходом идет. Мы думаем, как бы прийти и сказать, что мы с Серегой пришли. Ну, типа там наверняка есть Серега. Серега, это Сергей. Ну, он же отец уже, значит, не молодой. Значит, неприлично говорить Серега. А, ну пойдем. Хорошо, с Сергеем. Мы от Сереги. От Сергея. Угу. Вот так вот прием и скажем. Просто, на самом деле, я не знаю, рассказывали мы эту историю во ложиках своих. У нас был прикол на свадьбе, у нас мы расписывались в ЗАГСе в Петергофе. А там, ну, кто знает, кто местный, там просто толпы народа всегда в этом Петергофе, в ЗАГСе. Вот, и мы такие, по-моему, до росписи, что ли, или после росписи, не буду врать, наверное, до росписи. Стоим там просто во дворе, ждем свою очередь, потому что нас должны позвать, там еще время не подошло. Стоим такие, что-то это. Ваня там, ну, где-то с компанией, там, ну, с нашей, там, ну, друзей, там, родственников общается, а я там с девчонками стою. Подходит какой-то мужчина, такой, сфоткаться можно? Я говорю, ну, можно. Фоткаюсь, там, все дела. И тут в этот момент подходит Ваня, а все мои родственники думают, что это Ванин родственник. Подходит Ваня такой, а это кто? Я говорю, так я думала, это твой родственник, Ваня. Он говорит, нет. Я говорю, так это и не мой родственник. Короче, это просто был какой-то рандомный мужик, который решил сфоткаться. Ну, такая вот история про свадьбу. Свадебный теперь, же сегодня ложек. Да, сегодня ложек свадебный. Мы вместе уже прожили после свадьбы 12 лет. А всего 15? А всего 15. Представляете, 15. Не, 15 будет в январе. Всего, как мы вместе, со дня знакомства. Мы считаем вместе со дня знакомства. Ну, учитывая тенденцию нашего поколения, честно говоря, это невероятно круто. Это много. Я хочу сказать тебе, что я тебя очень люблю. Ты просто лучшая в мире жена. Я смущаюсь. Давай, для тебя. Ты тоже самый лучший в мире муж. Не смущаешь. Ты иногда очень вредный. Так, это вот не надо. Вот это зачем вот это вот, типа... Это же правда. Нет, никогда не буду вредным. Что сделать? Так, вот смотрите, манго египетский. Сейчас, подожди.
виноградик и два, кстати, вообще очень неплохие эклеры оказались. И там кто на линии? Серега. Передай привет, Серега, на камеру. Всем привет, подписчики. А что надо делать? Подписываться на канал, ставить лайк, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А в Телеграм не надо переходить? Подписаться на Телеграм и на запрещенные соцсети. Нет, у нас нет запрещенных соцсетей. А, ну Ютуб? Нет. Так и нет, смотрит на Ютубе, скорее всего. У нас нет Инстаграма. Ой, ну, запрещенной соцсети. Мы сдалека, только между вами слова. Это не настоящая музыка. Только оригинал нужен, да? Здравствуйте, конь. Здравствуй. Руки только не суй. А, не кормишь? Ну ладно. Какие они мощные, да? Пойдем других посмотрим. Давай, Ваня. Рейтинг лошадей с Иваном. Запомнил этого коня? Да, я запомнил. Хорошо. Рейтинг лошадей с Иваном? Так, это конкретно... У этого гривы нет. Это девочка. У девочек нет гривы? Ну, не знаю, но это девочка. Пчелка какая. Хорошенькая. Ну, просто прелесть. Почти как Митька наш. Ну, практически, да. Только конь. Ну, в смысле, лошадка, ну, красивая. Про Витьку не рассказывал вообще. Это наш новый котелок, найденыш. Как? Кто подписан на Телеграм, тот видел его уже. Так, запомнил? Так, ну, это мальчик, это конь. А у этого грива есть. Может, реально у девочек нет гривы? Здравствуйте. Спасибо, что поздоровались. И он покивал. Ой, так это зебра. Или это конь, который косит под зебру. Стопудово. А почему именно он? Он зари не взял. А ты заметь, смотри, у него какие эти пушистые копытца. Это другой вообще породы конь. В общем, в моем рейтинге все кони равны. Но моя девчонка победила, она миленькая. Нет, это не потому, что я сама девчонка. Ну, конечно, да. Не, ну она милашка. А куда ты идешь вообще? Не знаю. Кристина, расскажи. Ну, расскажи. Что это, растение хлопалка или как, я не знаю его назвать? Кто знает название, пишите. В общем, да, когда трагиваешься, ничего-то не получается. Во. И оно как бы взрывается. Ну, так только поспевшие вот эти семенами. О, вот это мощно. О! То, что надо, да? Да. Ну где еще такую полезную информацию найдете? Ну, ребят, ну реально, Ваня, типа вот. Чисто вообще развлечение. В смысле развлечения? Да все серьезно. Вон там, смотри, как толстая вот эта вот. И номер один по версии Кристины. Как ее зовут? Челкастик. Ну, кстати, на самом деле тот кучеровый тоже-то неплохо. Этот круче? Не знаю. А, ну, в смысле, твой, а кто рейтинг знает? Ты должен решать. Я сказал, все кони для меня равны. Ты хочешь быть хорошим для всех коней? Да. И лошадок? Да. А так не бывает? Так бывает. Для коней точно бывает, для людей не бывает. Вот наверняка он думает, что ты не вот. Че это, друг? Прикольно, а еще можешь? Не ем. Ну не сел, сухой уже. Ешь, на ладошке. На ладошке. Ну, Кристина, сама корми, да? Не хочешь? Сам жми свою траву. Вина хочу сказать. Ну, а ты какой интересный. Пообщаться хочешь? Че, по... Ой, ты поговорил? Не страшно.
Тёлочка. Тёлочку хочешь потрепать? Да, он крашеный, как думаешь, или... Нет, конечно, чё? Зубами клацает. У меня ничего нету. Ну там, что-то пожелать хочет. Да погладь, что-то голову-голову-то. А, морду сует, я боюсь. Хочешь пожелать всем? Не в нос же сувал. Не хочет. Ну погладь ты его, ну. Интересно. Мне кажется, баровать хочет. Смотри, попанка рано сюда. Морковочка есть? А если найду? Может, яблочко? Яблочко, может? Яблочко есть? Здрасте. Что, тут вкуснее, да? Ну, может, там крапива. Гриб не сорви. Гриб ему нельзя. Да вон маленький какой-то. Сюда же его. Сейчас бы делать на моря, не хлопцов. Душа свободна, как петра, и меня не ждут. Сейчас бы делать на моря, но кто меня там ждет? Море белый песок, море белый песок. Сейчас бы делать на моря, это все. Душа свободна, как петра, и меня не ждут. Сейчас бы делать на моря, но кто меня там ждет? Море белый песок, море белый песок. И мой любимый момент. И что же будет? Сейчас будет. И море. Не, море. А можешь так нормально сделать, да? Я пью море. Ага. Отлично. Просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть. Все нормально. Просто стало вдруг темно. На юге стало холодно, на севере тепло. Кто столкнулся с этой бедой? Не будешь тут говорить? Позорным душам посвящается. А сердце ворот взгляд смотрит в небо. Ждет ответа. Душа не верит в то, что нету. Тебя уже нету. На краешке надежды с мечтами о том, что может будет все как прежнего. Уже твоющая реальность твою остудила кровь. И казалось навек, я забыл, что значит любовь. Что значит любовь? Сейчас, ну в жизни так бывает, давай. В жизни так бывает, что любовь, приходит вновь. Только пламя догорает, и не бьется в венах кровь. Какой ты красавчик, ух ты ж мужик. Не бойся, не бойся, ладно. Крупный. Не бойся, не бойся. Урчит. Ну, ребята, это не собака, конечно, но в принципе размеры собачьи. Это котик. Блин, а тебе нормально вообще? У тебя два котика дома, а ты здесь с другим развлекаешься. А это не ваш кот? Это, не знаю, местный кот. А, ну мало ли, а то звали. Профессионал в этом. Дайте спинку почитать. Все, кота, короче, напугали. Если вы будете за ним, девочка дело говорит. Че? Девочка говорит, если бегать будете, убежу, то вы убежу. Я на корочку со всеми сегодня не солнце. Я по 30 лет общаюсь. Мне так нужно, пожалуйста, забери меня срочно, пожалуйста. Когда мне грустно, упала в море грозы алтаря, Балтийский берег, полный туман, Балтийский берег.
ты мой талисман. Я ворвусь отчаянно в пенную волну, несмотря на крики чаек, море обниму. Наступило утречко. И вот Ваня тут поставил разжигаться мангал, потому что мы будем жарить сосиски. Вообще тут есть завтраки, их можно заказать. Но мы, ребята, экономные. Ну и там на завтраке, я так помню, какие-то сырники, каша. Ну, Ваня такое вообще не любит на завтрак, а кашу я тоже не люблю. А сырники это маловато. В общем, когда ты с палаточкой, надо есть сосиски. Вообще очень классный формат, типа ты как бы с палаткой, но как бы и нет, но как бы да, где туалет и ванна, все блага цивилизации, но при этом палатка, очень клево. Нам очень понравилось, поэтому однозначно это место запишем себе в места, куда надо еще раз вернуться. И, кстати, сначала казалось, что будет очень холодно, потому что на улице было холодно и в палатке тоже. Но обогреватель хоть и маленький, но он весьма такой. Он прям греет хорошо, даже жарко было. Мы его потише делали. В общем, вот такая вот история. Сегодня в планах позавтракать, пойти погулять. Наверное, пойдем опять лошадок посмотрим. Потом попозже пойдем по грибочке. Когда будут сосиски? Ну что, судя по всему, не скоро. Но горит неплохо. Можно вот так вот жарим 4 одиноких сосиски. Ну, какие ваши впечатления? Отлично. Только есть минусы. Минусы заключаются в том, что здесь одна мангальная зона около домика. Ну, это мы уже показывали, да. И близко очень. Ну да, очень близко. Вот это вот большой минус, конечно. Слышимость тоже вообще такая, что типа, ну ты хоть в палатке, хоть не в палатке, все равно все слышно. Ну все равно прикольно. Ну, да. На лето я бы вот один раз за лето бы сюда приезжала бы, потому что когда едешь с палаткой, ну лично мы когда едем с палаткой, у нас просто жесть вещей, всего-всего, а тут с кайфом вообще, ребята. Даже можно не готовить. Да, ресторан же есть. Да, мы не показывали, но тут ресторан. Ну, вчера он работал на вынос, мы говорили, а так вообще он может работать в обычное, и типа можно прийти покушать. Вот это тоже прикольно. Так, рецепт, который мы уже многократно показывали, называется хот-дог по-краснодарски. Мы тоже показывали. И вы, наверное, зададитесь в очередной раз вопросом, при чем здесь Краснодар? Если Кристина коренная петербурженка, а вот и нет. На самом деле она из Краснодара. Ну, я уже большую часть жизни прожила в Питере. В общем, там горчица, кетчуп, морковка по-корейски, жареная сосиска и майонез. Покажи. Мы выдвигаемся. Куда не скажем пока. Вот это просто интрига. Да-да, оставайтесь на нашем Если канале. Если не такие интриги. Куда же мы можем пойти? Челкастый там торчит, да. Короче, мы не расчесали челку. Да, он вчера растрепанный был. Да, и он был сочмоктанный. А Мэри ресницы у него есть еще. Ну, понятное дело. Прикольно. Блондин. Пахнет у тебя челкастый. Там карета стоит, еще одна карета мы видели. Смотрите, какая природа четкая. Ты как все угодно. Хвойная улица. А у людей типа фонтан свой собственный. Да, на самом деле. Не думаю, что кто тут живет. По дороге что-то странное. Статуи быков и свиней. Ничего вокруг больше нету. Для чего это вообще? Огромный участок пустой со статуями. Да.
на самом деле пришли за грибами. Но что-то пока их нет. Ну, рассказывай. Если вы не знаете и не разбираетесь в грибах, в лес не суйтесь. Но если вам просто интересно посмотреть, что за гриб, то можно использовать приложение, которое я не могу найти. Picture Masher называется. Но мы не рекомендуем слушаться этого приложения. Нет, ну и точно нельзя брать грибы на основании этого приложения. Тут есть кнопка «Распознать». Мы просто по приколу хотим узнать, что это за грибы, потому что их тут много. Тут даже лучше руками его не брать. Вот так сбоку. Сверху. Снизу. Распознавание идет. Угу. Колпак. Это, кстати, съедобный гриб вообще-то вроде. Факт. Кольчатый. Тут их очень много, они повсюду. Ну, у кого в интернете видит кольпак кольчатый. Кольпак? Кольпак. Но мы все равно его не будем брать, даже если он съедобный типа. Потому что мы, если не знаем грибы, мы их не берем. Да, это точно он. Можно варить, тушить, мариновать. У молодых грибов вкусовые качества выше. Да, вот, ребята. Но все равно его не будем брать. До свидания, колпак кольчатый. Подожди, брусничку покажи. Ну да. Опа. Гриб-козляк. Точно. В общем, то был масленок желто-бурый, наверное. Но мы что-то решили его не брать. Их тут очень много вокруг. Потому что не уверены. Не наш традиционный гриб. Но самое красивое это вот оно. Смотрите, ребята. Лисички. Да, элитный. Зацените, зацените. Красота какая. Лисички. Целая полянка. И там, и там. Говорят, что этот гриб краснокнижный. В последнее время что-то они начали расти в Ленинградской области. Смотрите, какие красавцы. Все, уже. Целая корзинка уже почти. Довольно? Да, такой устал. Страшненький. Сморчок. А может это старчок или как-то? А может старчок. Мухоморчик. Где? О, мухоморчик. Дальше, забегай. Вот это чисто грибов сколько. Вот такая корзиночка. Для сравнения Кристина на фоне. Довольная должна быть. Ну прям вообще невозможно оторваться было. Аж спина болит. Да, ну все, челка классная. Угу. Голову помыл тогда. Да-да-да. Смотри, они зубы. Смотрите, что тут есть. Вот глэппинг, где мы живем. Вот за уголок. Гриль, детская площадка, ресторан, лавка, башня, конюшня и манеж. А вот и детская площадка. Выше упомянуто. А он и гриль-доник, где тоже можно в кафешке посидеть. Ну все, мы выезжаем. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Кристина еще и на руки тапки напялила. Это, по-моему, тот, который вчера мы видели. Мы еще пришли в лес погулять немножко. Давай, не может прорваться. Сил нет просто. Хочется грибов. Да побольше. Хороший. Ледниковый камень огромный. В общем, мы приехали в поселок Пушное в поисках шавермы, но если ее не будет, то мороженое хотя бы. Ты сейчас сказал, ее точно не будет. Блин, точно, ребят. Ну что же я наделала? Ну а мы тут стоим пробочки. Ну и прощаемся на сегодня, ребят. Спасибо за просмотр. До следующей пятницы, наверное. Папик пойдет. Ну как пойдет, да. Ну, в общем, до новых встреч.